Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами продолжаем изучать новогоднюю подборку песен и мелодий. Если что, на канале есть целый плейлист с новогодними разборами, обязательно почекай. А сегодня я научу тебя играть песню из моего детства, я ее учила в детские времена на уроках музыки, между прочим. Песня называется «Новогодние игрушки», она отлично подойдет для новичков, для родителей, которые хотят петь песню с своими детишками, или наоборот, детишки можете спеть эту песню своим родителям, они по-любому ее знают. Песня супер добрая, веселая, красивая, простая. В общем, я вам эту песню продаю как могу. Обязательно ее выучите и сыграйте всем своим родственникам. Ну или братишке, или сестренке, ну или кому-нибудь. В общем, песня кайфовая. Давай, быстрее бери укулеле в руки и погнали ее учиться играть. И вот как она у тебя будет выглядеть. Мне однажды летом приснился Новый год. По зеленым травам снегурочка плывет. А ко мне с букетом из ромашек заявился Дедушка Мороз, и такой он мне ларец волшебный преподнес. Новогодние игрушки, свечи, хлопушки в нем, а веселые игрушки мой перевернули дом. Завели веселый хоровод, да чего смешной лесной народ. И не верила, что все пройдет сказочным сном. Новогодние игрушки, свечи, хлопушки в нем, а веселые зверушки мой перевернули дом. Завели веселый хоровод, да чего смешной лесной народ. И не верила, что все пройдет сказочным сном. Ну а теперь погнали учиться играть. Песня несложная, единственное, тут меняются аккорды в куплете и в припеве, поэтому будь внимателен. Первый аккорд аккорда М, мы зажимаем с вами вторую струну на первом ладу, а третью и четвертую струну на втором. Далее у нас с вами идет аккорд G, мы зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Следующий аккорд, аккорд С, зажимаем первую струну на третьем ладу. И последний аккорд, аккорд АМ, зажимаем четвертую струну на втором ладу. Также нам с вами понадобится аккорд ЕМ в каких-то местах. Как его ставить? Зажимаем первую струну на втором ладу, затем вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. То есть у нас вот такая вот лесенка получилась. И поэтому этот аккорд мы ставим таким образом. Пеппа, что у тебя там такое? Это же мой новый интерактивный сборничек по укулеле для начинающих и продолжающих, где вся тебе нужная информация написана без лишней воды и в виде картинок. А если навести телефон на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию этого сборника и как его приобрести по ссылке в описании. А теперь, какие последовательности аккордов в куплете и в припеве? Честно, очень сложно сказать вот конкретно, какая последовательность, поэтому сейчас я выведу тебе текст на экран. Пожалуйста, ориентируйся на него. То есть в основном в куплете у нас с вами идет ДМ, Джи, Це, АМ. Но вот начиная со слов «мне с букетом из ромашек», там начинаются всякие модуляции по аккордикам, поэтому будь внимателен. Вся песня у нас начинается в выступлении-проигрыше. Аккорды у нас там будут С, ЕМ, АМ, ДМ и Джи. Если что, на экране сейчас все показано. Как это играть, с каким боем, собственно-то, да? Как всегда, наша любимая шестерочка. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Давай еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Один раз на один аккорд. Сейчас мы это будем играть. Единственное, на последние аккорды D, M и G мы будем играть не шестерку, а будем играть вниз, вниз, вверх на аккорд D, M и на аккорд G то же самое. Вниз, вниз, вверх. То есть получается, смотри, C шестеркой, E, M шестеркой, А, М шестеркой, а вот ДМ вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. И еще раз. Вниз, ля-ля, па-та-та. Теперь давай полностью вступление тире и проигрыш. Надеюсь,
понятно. Далее у нас с вами идет куплет, который также продолжаем играть шестеркой. Помним, да? Обращаем внимание, какие аккорды, что где играем. Погнали. И мне однажды летом приснился Новый год. По зеленым травам снегурочка плывет, а ко мне с букетом из ромашек заявился Дедушка Мороз. И такой милорец волшебный преподнес. Обратили, да, внимание, что вот на последний вот аккорд G я сделала удар. Это нам нужно специально, чтобы хорошо перейти красиво на припев. Далее, припев. Играем то же самое шестерочкой, один раз на один аккорд. Единственное, вот окончание на первых двух строчек, где D, M и G, делаем то же самое, как делали и в вступлении. То есть... Давай прям покажу сходу слету. И... Новогодние игрушки, свечи, хлопушки в нем. Еще раз потом повторить припев. Вот, это как бы вот так вот целостно у нас выглядит песня. Кому сложно играть шестерку, вы можете взять с заглушением, то есть вниз заглушка, вверх, вверх заглушка. То есть новогодние игрушки, свечи, хлопушки в нем. Ну вот единственный вот переход, конечно, он будет сложно. То есть та-та-та-та-та. Можете так попробовать, типа новогодние игрушки, свечи, хлопушки в нем, а веселый. Ну, то есть, да, вот этот вот бой на D, M и G как бы поделить пополам. То есть на первую половину будет вниз заглушка, на G вверх, вверх заглушка. То есть пам-пам-пам. Поэтому из этих вариантов выбирайте то, что вам удобно играть. Или шестерка обычно, да, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, или. Заглушка, вверх, вверх, заглушка, например. Как-то так, песня разобрана, теперь осталось ее выучить. И играй на здоровье всем своим родственникам. Если тебе понравился этот разбор, то обязательно дай мне знать своим лайком. Также не забудь написать в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Может быть, именно твой вариант будет в следующем разборе. Кто знает. Если ты хочешь показать мне все свои укулеле старания, то все очень просто. Выкладываешь любую песню и мелодию к себе в инстаграмчик, как бы делаем небольшой кавер. И отмечаем мой профиль Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли все оповещения, и я дала тебе обратную связь. Ну а также в своем инстаграме я каждый вторник провожу прямые эфиры в 6 часов вечера по МСК, где делюсь всей своей пользой, фишками, плюшками, как играть на укулеле. В общем, это интересные прямые эфиры. Обязательно загляни и посмотри, что там происходит. Если тебе нравится мое творчество и ты хочешь поддержать меня в финансовом плане, то у тебя есть несколько вариантов. Ты можешь купить или у меня сборничек, или, например, открытки и наклейки, которые всего лишь 50 штук у меня выпущено. Больше таких не будет. Если что, все ссылки в описании. Ну или просто хочешь задонатить мне любую сумму, надо на Талерс или на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клёвые ништяки и весь раздаточный материал. А меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.